больше бусы нравятся? На правом ухе или на левом? Опа-на! А это что такое? Ха, Дед Мороз! В том году в тебе были киндеры! А теперь пустой живот! Ха, жаль! Харитоша, сегодня будем украшать елочки. Ты будешь украшать свою, а я свою. Ого, какая у меня большая! Ты должен мне помочь! Да у тебя маленькая, ты сам справишься. Иди на мою посмотри. Ну-ка, ну-ка. Ого, какая она огроменная! Ладно, я свою сам украшу. Я сегодня слышал по радио, чтобы для зайца в следующий год был счастливым, елка должна быть обязательно украшена морковками, да не простыми, а желейными. Да? А чем мне тогда украсить елку, чтобы год был счастливым? Говорили, но я не запомнил. Ну ты же шашлык на елку не повесишь. Ладно, фантазер, пойдем украшай. Вот, держи твои игрушки. А где же морковки? Почему их нет? А? Вот, возьми, купил тебе, чтобы год был удачным и счастливым. Ой, вот уж точно. Не только следующий год будет удачным, но и сегодняшний день. Спасибо, что даже ниточки привязал. Всегда рад помочь. А покажи свои игрушки. Пойдем посмотришь. Ну давай, показывай. Вот, смотри. Ого, какие они все красивые. Сколько шариков золотых. Даже конфета есть, но несъедобная. Ладно, пойду свою елку украшать. Давай украшай. Куда эту морковку повесить? О, сюда в самый раз. Красотища, бантики повесил, колокольчики висят, морковка висит. О, еще стала звездочка. Сам я ее не надену. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Помоги мне на макушку звездочку надеть. Ха, Харитон, ты прям как Верка Сердючка со звездой на голове. А то! Хм, красивая. Пойдем помогу. Не забудь только включить. Ясное дело. У меня самая красивая елка Сердючка. Так, пожалуй, начну с гирлянды. О, высоковато. Смотри, смотри, какие я бусы нашел. Длиннющие. Никто не видит. Так, все, стой здесь. Ты эти бусы будешь вешать? Нет, Харитош, они серебряные, у меня все золотое. Хм, жаль. А тебе какие больше бусы нравятся? На правом ухе или на левом? Харитон, будешь мне мешать, я попрошу Деда Мороза взять тебя и отдать другим детишкам. Значит, точно вешать не будешь? Нет, не буду. Лучше бы настоящую повесил. Ну все же, какие? Я тебе сейчас... Ну погоди, это я тебе сейчас на елку повешу. А ну иди сюда. Не повесишь, не повесишь. Харитон, я их вешать не буду и точка. Были золотыми, повесил? Золотые бы повесил. Ладно, зато поиграли. Это нормально висит. Это тоже. А вот нижние морковки надо укоротить. Но не ниточки, а морковки. Ням-ням-ням. Так, эту тоже можно. Ням-ням. Вот так лучше. Вот теперь полная гармония. Пойду Славу позову, похвастаюсь. Ух, стильненько оформил. За такую елку тебе Дед Мороз обязательно подарит подарок. Так я старался. Харитон, а это что такое? А? Они что, усохли? Это такой авторский дизайн. По-моему, автор был просто голодным. Ну, чуть-чуть был. Последний шарик пусть висит внизу. Опа-на. А это что такое? А, Харитоша письмо Деду Морозу написал. Сейчас прочту. Что он пишет? Письмо Деду Морозу. Дед Мороз, я хочу новый iPhone 8, а если у тебя мало денег, то да, iPhone 7, спасибо. Вот Харитоша. Харитон, иди смотри, как я елку украсил. Ой, у тебя празднично получилось. И гирлянда даже есть. Сейчас выключу свет, в темноте посмотрим. Ой, красота! Люблю Новый год! Это просто магия!
волшебство. Даже наверху гирлянду повесил. Да, красиво украсил. Включай свет. Ты на месте? Ну, стой, стой. Горизонт, ты что там застрял? Ничего это. А с тебя лайк и подписка. Да-да, с тебя. Лайк и подписка. Пока. Ой, как же мне подарочек хочется. Скоро получишь, скоро уже. Подарок! Быстрее смотри! Ой, что-то лежит! Что это такое большое? Слава, Слава, мне Дед Мороз подарок принес! Какой он огромный! Интересно, что там внутри? Может, то, что я хотел? Ой, хорошо было бы! Ну ты где, Слава, Слава? Иду, иду, Харитош! Посмотри, посмотри, какой огромный! Ух ты! Сейчас посмотрим! Ха, так это же iPhone 8! iPhone 8? Ты не шутишь? Конечно же нет, это новогодний iPhone! Пойдем посмотрим! Пойдем! Может еще что-то есть? Здесь пусто, здесь нет, все забрали! Смотри, это подарочный iPhone, все как у настоящего! Там внутри что-то есть! Давай вначале рассмотрим упаковку, а потом откроем! Давай, давай! Смотри, есть регулятор громкости! И переключатель режимов! Так, здесь ничего... О, смотри, кнопка Home есть! Да, классная яркая упаковка! Так, сзади все как обычно, камера со вспышкой... А мне чехол нравится! Такой новогодненький! Угу, дизайнеры постарались! Ну может давай откроем уже? Не терпится посмотреть, что в нем! Надо вытянуть этот язычок, открываю... И что здесь? Ой, там конфеты! Я так и знала, что там конфеты! Потому что Дед Мороз всегда дарит их на Новый год! Да, прям iPhone сюрприз! Высыпай, высыпай их скорей! Ой, сколько конфет! Шоколадка есть и леденец! Да, Дед Мороз не пожалел для тебя конфет! И батончики вижу, и желейные мишки даже есть! Значит, только одни конфеты? Ничего там больше не осталось? Ну, загляни в коробочку, если хочешь! Нет, ничего нет, пусто! Ку-ку! Ку-ку! Ладно! Ой, пока посмотри, я открою! Никому не открывай, самим мало! Харитон, нельзя жадничать! Может быть, это тебе Дед Мороз еще подарок принес? О, тогда иди открой! А я пока займусь конфетами! Опля! Не раздавить бы! Так, такую карамельку не хочу! Что еще, что еще? О, медунок! Пойдет пока в эту кучку! Эта большая конфета идет сюда! А это моя любимая. Жаль, что всего одна. Дальше. Эту вкусняшку тоже сюда. О, леденец. Мой. Да цепись, я же тебя не сейчас есть буду. Тут пока полежи. Продолжаю, продолжаю. Ага, эти две мои. О, кто приходил? Подарки принесли? Нет, это сосед приходил. А что это за две кучки у тебя? Это я тебе угостить решил к чаю. Это твоя кучка, а это моя. Харитон, это же твой подарок. Я не жадный, кушай на здоровье. К чаю самое то будет. Ну спасибо большое тебе. Одна осталась. Пусть идет в эту кучку. Может пойдем чаю попьем? Подожди, сейчас я тебе кое-что покажу. О, покажи, а я пока конфеты отнесу. Вот, смотри, пистолет-хлопушка. Ух ты, какой красивый! Почему он такой маленький, что больше не было? Ты у меня маленький, вот и пистолет тебе маленький. Да ладно, не такой уж я и маленький. Сейчас открою и посмотрим, что он из себя представляет. О, еще и запасные обоймы есть. Все как надо, не хухры-мухры. И как он стреляет? Сейчас открою и бабахнем. Готово? Так, ну, ничего особенного, обычный пластмассовый пистолет. Так, сейчас я его заряжу. Ага, открываю вот эту крышечку. Сюда вставляется эта обойма на 4 выстрела. Ха, такая интересная. Так, закрываю крышечку. Харитон, ты где? Пойдем на елочку стрельнем. Пока не стреляю, у меня для тебя тоже кое-что есть. Сюрприз? Сейчас увидишь. Ой,
Что это такое? Это свиной леденец. Какой? Свинский или свиный, свинковый, свинячий. В общем, я не знаю, как правильно. Ты что, такое не видел? Первый раз такой вижу. Так вот, наступает год свиньи, и я тебе дарю вот такой сладкий символ. Спасибо за свинку, Харитоша, спасибо. Пойдем теперь бабахнем хлопушку на елку. Пойдем. Пистолет-то забыли. Оружие к выстрелу готово. Прицеливаюсь в шарик. Ура! Ура! С Новым годом! Давай еще два осталось. Бабах, бабах. С Новым годом! Теперь моя очередь. Ура! С Новым годом! С Новым годом! Счастьем! С Новым счастьем, Харитон! Да, классно. Но в этих хлопушках серпантина чего-то маловато. А я же говорил, тебе пистолет маленький. О, а что это на елке? Ха! Слава, с Новым годом от Харитона. Тебе понравилось? Конечно, понравилось. Классная открыточка, сразу видно, что ты постарался. Давай сфотографируемся у елки. Давай, ты готов? Секундочку. Ха, о, как тебе мой прикид? Хо-хо, супер, главное в тему. Так, улыбочку, не моргать. Еще раз и последний раз. Все. А еще я хочу стих рассказать. Давай, рассказывай. С Новым годом поздравляю, доброты всем пожелаю. Только мира и побед. И, конечно же, конфет. Пусть все сбудется сегодня, окрыляет пусть мечты. Дед Мороз пускай подарит все, что загадаешь ты. Ребята, поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть в новом году исполнятся все ваши желания. Главное, слушайтесь родителей. Ну и не забывайте заходить на наш канал и смотреть новые видео. Всех целую. До встречи в новом году. Молодец, Харитоша. Держи, вот тебе еще елочка. С Новым годом! С Новым годом, ребята! До скорых встреч! Пока!